Из Челябинска вокруг света. Два южноуральских путешественника готовы оставить уютную квартиру и отправиться автостопом в многолетнее путешествие по миру. За последними приготовлениями наблюдал Евгений Власов. Из Челябинской области мы уезжаем в Курганскую, твоей маме. Дальше Свердловская закрываем до конца города, который в Уральском федеральном округе. Почти каждый вечер Анна Киселева и Евгений Никифоров проводят возле карт России и мира. Стрелочками отмечают маршруты и ключевые точки будущего путешествия. Это мечта детства. С детства мы с Аней мечтали об этом, уехать, взять, просто бросить все, потому что дом, работа – это точно не для нас. Всегда мечтали о чем-то вот таком вот неординарном. По ходу путешественники готовились основательно. Объехали всю область, ночевали в сугробах, поднимались в горы и привыкали к любым экстремальным условиям. Затем скопили стартовый капитал и подготовили необходимое оборудование. Рюкзаки, палатки, термосы, альпинистское снаряжение. Теперь готовы даже покорить Эльбрус. По максимуму автостоп, пешие на физической силе. То есть где-то это гребли, где-то это велосипеды, где-то лыжи, где-то пешие походы, там, где только это будет приемлемо. Поезда, естественно, пароходы, теплоходы. Начнется кругосветка в середине марта. Сначала челябинцы планируют путешествовать по России. Затем переберутся в Европу, Африку. Мечтают даже об Антарктиде. Ребята согласны на любую подработку и надеются на помощь и доброту людей. Сопровождать Анну и Евгения будет верный друг Бакс. Сроков и границ путешественники не ставят. Говорят, на кругосветный маршрут и осуществление детской мечты времени не жалко. Поэтому счет пойдет не на классические 80 дней, а на годы впечатлений и знакомства с миром. Евгений Власов, Павел Чернега, ОТВ.